народ. Доброе всем утречко. Хороший у нас денечек сегодня. Я вот тут на таком... что это? На такой заправке. Кое-как сюда доехал. У меня полетела помпа на рулевом. Потекла. Почему, тоже не знаю. В общем, кое-как сюда добрался. Обзвонил здесь. Ну, я вчера вечером добрался сюда. Обзвонил все запчастные магазины. Тут вокруг ни у кого нету их в наличии. Надо заказывать. Завтра утром только могут прийти. Ну, как бы быть. Теперь, значит, по соседству. В общем, где-то километров 10, наверное, отсюда. Я нашел там в одном магазине. Они могут заказать, и будет после обеда. Я вот решил, сейчас я поеду до туда, доберусь. Буквально тут каких-то даже 10 километров, наверное, нету. Доеду потихонечку тут до туда. И там, значит, у них есть тоже парковка. И там я встану. Ключи у меня все с собой есть. И там я ее поменяю. Вот такой вот апдейт. Так, друзья мои, в общем, снял я эту помпу на рулевое. Вот тут у нее люфт. Вот тут вот, в общем, все вытекло, вся жидкость, все. Так, я заказал новую. Должна вот-вот прийти. Потом мне позвонят. В общем, я ее здесь снял. Я тут стою прям на Walmart'е. Встал. Кое-как сюда доехал потихонечку. В общем, встал здесь. Снял. Быстро. Ну и вот жду. Жду, когда позвонят. Должны позвонить мне. Здесь 10 минут ходьбы. Если что, я пойду это самое заберу у них там. И поставлю все. Хорошо, что хоть погода хорошая. Не так холодно. Ну или можно сказать весенняя погода. Так что вот так. Буду ждать. Вот сижу, жду. И джорки кушаю. Купил себе. Ой, вкусные. Я их так обожаю. Ну чё, народ, вот все, ходил я в магазин туда за помпой. Вот тут у меня в пакете. Все, сейчас иду назад, тут 10 минут ходьбы. И буду все собирать. Я надеюсь, что все подойдет, все будет классно. И что я, может быть, через часок уже смогу поехать. Так, друзья мои, ну вот, мне пришлось еще раз туда в магазин идти, потому как я забыл вот такие вот такое колечко там снизу надо на трубку поставить. На новой помпе почему-то не было. Помпу я уже поставил. Сейчас я гляну, где мои ключи. Помпу я уже поставил. Все, сейчас. Ну вот, друзья мои, уже и стемнело. Все, в общем, поставил помпу, прокачал систему. Все, выдвигаюсь опять в дорогу. Не снимал я, как я ставил помпу, все. Это мне было слишком много работы. И это, в общем, некогда было снимать. Ну, в общем, все, выезжаю в дорогу. Домой.
Так, свеженький кофеек себе возьмем. То сегодня утром еще не завтракал. Попьем кофейку. Итак, мы заправились на $219. И мы взяли 78 галлонов. Это помножить на 4. Continue for 3/4 mile. Так, они меня пропускают по левой стороне, так что все нормально, все классно, и мы едем дальше. Так, друзья мои, все, добрался до дому, все нормально. До следующих встреч. Так, друзья мои, доброе всем утро. Привет из Манитобы, Канада. Очень холодно было сегодня утром. Хотя вот такой вот восход солнца, посмотрите, классный, но минус 30. Хотя прогноз погоды нам это даже не предсказывал, но минус 30 было утром. Кое-как завел трачка. Все, прогреваем, готовимся к выезду. Друзья мои, мы продолжаем движение, движемся в сторону провинции Саскатчеван. Поедем на Саскатун. Есть такой город. Вот, там я буду сдавать сегодня свой трейлер.
ехать туда 6,5 часов. Вот. Ну и я вообще поспешаю. Я сегодня утром очень тяжело мой трачок завелся, было очень холодно. Вот. Ну и я по времени немножко не успеваю. Потому что этот дилер, он принимает только до 4 часов. Вот. Ну и поэтому я поспешаю. Времени у меня немножко маловато. Но я в надежде, что я успею его сдать и сегодня еще вернуться назад. Ну, посмотрим, как это будет. Погода у нас хорошая, солнышко светит. У нас сегодня 1 марта. Вот, но было очень холодно сегодня. Ночью, утром. Сейчас вот показывает еще, я смотрю на термометр, еще показывает минус 24. А утром было минус 30, минус 32. Ну вот так. Друзья мои, в общем, погода очень-очень поменялась. Солнышко светит, конечно, но метет. Не знаю, камера передает, не передает. И сильный ветер. Сильный боковой ветер. Ну, мы потихоньку движемся. Да. Ну, ехать не очень сильно. Сильно там сзади мой этот трейлер шмотыляет. Ну да, будем потихоньку все же двигаться. Мы заехали, проехали, вернее, уже город Реджайна, Саскачеван. И здесь погода нормализовалась. И здесь мы теперь прибавили газку немножко. И я в надежде, что я успею сегодня еще сдать до закрытия. Вот так вот. Иногда погода нам делает препятствия, но ничего. Так, друзья мои, я только-только сдал свой трейлер, но это было со временем было, я приехал без 15:04, а они только до 4 работают. В общем, кое-как успел. Ну, вот такие вот дела. Я не смог там ничего снимать, они что-то не очень хотели. Ну, в общем, все, я теперь выезжаю в обратный путь домой. 650 километров. Надеюсь, вечером часов в 11, в 12 быть дома.